Всем привет! У нас уже достаточно поздно, и малышечка моя уснула. Я села записывать в нашу такую вот тетрадочку. Я уже как-то рассказывала в предыдущих видео о том, что завела такую тетрадку, такой дневничок, в котором записываю все подробности из жизни моей малышки. Когда мы посещаем доктора, записываю рост, вес, какие навыки есть у моей малышки и прочее. И вот моей доченьке совсем недавно исполнилось 1,5 годика. И, конечно же, только сейчас добралась до того, чтобы записать тоже информацию про девочку в наш дневничок. Ну и, конечно же, я веду данный канал так же, как наш семейный архив, как наш дневничок, в котором я надеюсь, что YouTube будет долго существовать, и для нас, конечно же, это будет тоже очень таким ценным каналом, на котором будет очень много информации о моей малышке, и я думаю, что ей самой будет интересно просматривать данные ролики. Итак, сейчас моей малышке повторю, что исполнилось 1,5 годика, и немножко хочу рассказать, что во вторник, в день здорового ребенка, мы посетили доктора-педиатра, взвешивались, измерялись. Девочка весит 11 200 и рост 86 сантиметров. На сегодняшний день у девочки уже 18 зубиков, у меня такой зубастик. Но кушать, конечно, она особо не любит. То есть всего-всего по чуть-чуть. Сама пытается кушать ложечкой из тарелки. Ну, точнее, как пытается, кушает. Конечно, если суп, это большую часть разливает. Но если что-то такое более густое, то кушает очень неплохо, сидя у себя в стульчике для кормления. В предыдущем видео вы видели, как она кушала тортик. В общем, я думаю, что у нее это неплохо получалось. Итак, немножко хочу рассказать про навыки, какие сейчас есть у моей малышки, чем она нас радует, удивляет, поражает. В общем, конечно, растет, нас очень радует с каждым днем. Девочка хорошо знает, как делает собачка, да? Что собачка делает гав-гав, котик мяу-мяу, курочка ко-ко, как делает поросеночек, как делает котенок, цыпленок, мышка, корова и многие-многие другие животные, птички. И, на мой взгляд, это действительно классно. Девочка хорошо знает, где носик, ротик, щечки, зубки, все хорошо показывает, как на себе, так и на ком-то еще. Хорошо говорит пока-пока, привет, мне как-то так вот привет не получается, естественно, букву «р» не выговаривает, но привет, как бы очень хорошо, причем как-то так показывает «привет». Ну, в общем, очень классно. Девочка танцует песенку, я думаю, что многие знают, песенка «Арам-зам-зам». Да, то есть она танцует, показывает эти движения, у нее это очень хорошо получается. Также девочка знает стишок «Мишка косолапый», но, естественно, она его не произносит, но знает, как Мишка делает. То есть Мишка косолапый по лесу идет, вот так вот, да, вот качается, шишки собирает, то есть как будто бы собирает, да, и в карман кладет. Да, то есть это все показывает. Потом вдруг упала шишка прямо Мишке в лоб. Рассердился Мишка и ногою топ она так делает, да? То есть знает этот стишок и его показывает, очень демонстрирует. Ну, по-моему, это тоже классно. Итак, вот в такой дневничок я вот все записываю, вот всю информацию. Еще нам как раз-таки делали прививочку во вторник. Прививка КДС, которая плановая, асорбированная коклюшно-дифтерийная столбнячная вакцина. Но о ней я поподробнее расскажу в следующем ролике. Я думаю, что он будет более полезен, наверное, для также мамочек, которые думают по поводу данной прививки и прочее. Расскажу, в общем-то, с какой ситуацией мы столкнулись после прививочки. Вот. Но не буду уже в данном ролике, все-таки расскажу уже в следующем, который выйдет в очень ближайшее время. Итак,
Время настолько быстро идет, вот уже заканчивается январь 2021 года. Время быстро идет, малышка быстро растет, и кажется, 24 часа в сутках находишься с ней, но правда время очень-очень быстро идет, и уже кажется, скоро 2 годика, 3 годика в детский сад, а потом еще быстрее время пойдет, потому что я буду занята, да, еще какими-то вопросами, ее буду меньше видеть, потому что она будет в садике, а там и школа, увлечения, развлечения, друзья. В общем, ну, как-то так. Это я даже могу судить и по своему старшему ребенку. Итак, все, не буду затягивать данное видео. Да, малышечка спит, все-таки я ее боюсь разбудить, поэтому говорю достаточно тихо. Надеюсь, что сильно вам не придется прислушиваться к тому, что я говорю. Вот, но впереди, конечно же, у нас будут ролики, в которых мы будем также продолжать снимать и рассказывать про жизнь нашей малышки. Всем огромное спасибо за поздравления с нашими 18 месяцами. Очень много прекрасных слов было под роликом нашим предыдущим. Всем огромнейшее спасибо. Под роликами я вам, к сожалению, не могу всем отвечать, потому что их огромное количество комментариев, но стараюсь уже все-таки под вашими видео оставлять вам комментарии. Итак, всем огромнейшее спасибо. Каждого из вас любим, ценим. И спасибо, дорогие наши друзья, что вы у нас есть на нашем канале. Будем дальше дружить, и все у нас будет хорошо. Все, всем всего хорошего. Пока-пока.